Эфир нашего телеканала продолжает программа «Бизнес-Дона» в студии Нина Приходько. Здравствуйте. Новый Южный аэропортовый комплекс возводят с опережением, но сокращать сроки сдачи объекта власти не планируют. Очередное выездное заседание штаба строительства аэропорта провели министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Они проинспектировали ход работы и сделали выводы. Какие, расскажет Виктория Щетинина. 1500 человек и свыше 300 единиц техники на площадках будущего аэродрома и аэровокзала. Затем, как кипит работа, наблюдают министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев. На аэродроме началась укладка взлетно-посадочной полосы. Землеустроительные работы выполнены на 95%. Идет устройство водосточно-дренажной сети аэродрома и водоотведения. На месте строительства аэровокзала забита почти половина свай. Завершить подготовку основания здания планируют в этом году. На сегодняшний день мы констатировали высокую степень исполнения графика строительства всех объектов, касающихся и федеральной, и региональных ответственностей, ну и тех, которые строятся нашими инвесторами. Но в ближайшей перспективе мы сконцентрируемся на вопросах уже непосредственно в следующем году ввода объекта в эксплуатацию. Внимание к инженерной инфраструктуре. Строительство 16-километровой дороги от аэропорта к северному обходу и подъезда от магистрали М4 дорожники приступят в 2016 году, а к середине следующего года будет решен вопрос с названием комплекса. Его придумают жители области, рассказал губернатор. Мы договорились, что мы объявим своеобразный конкурс. Жители Ростовской области поучаствуют в нем и внесут свои предложения по названию аэропортового комплекса. Так что в мае месяце следующего года мы будем, по всей вероятности, знать мнение жителей и, скорее всего, уже будем употреблять новое название, которое жители Донского края определят и нам предложат. Срок сдачи объекта – декабрь 2017-го. Графики строительства всех составных частей подкорректируют под контрольную дату. Виктория Щетинина, «Бизнес Дона». Более 65% валовой продукции сельского хозяйства в Ростовской области производят растениеводы. Как развивается аграрный сектор сегодня и как поддержать его в непростой экономической ситуации, об этом говорили на конференции, посвященной развитию донского растениеводства. Организатором мероприятия стал медиахолдинг «Эксперт». Подробности в сюжете. К сфере АПК сегодня приковано пристальное внимание, так считают участники конференции. Именно сельское хозяйство может стать главным выгодоприобретателем политики импортозамещения. Тем не менее, проблемы у агробизнеса на юге России все-таки есть. Я говорю касательно растениеводов в Калмыкии. Конечно, очень много проблем, я думаю, что и в Ростовской области, касательно и засухи, и, может быть, отсутствия возможности проводить какую-то реструктуризацию бизнеса. И очень тяжело работать с банками, с лизинговыми компаниями, обновлять основные активы. И поэтому, может быть, и качество продукции, и себестоимость продукции сегодня настолько высока, что очень тяжело растениеводам вписаться в текущие реалии российской экономики. Несмотря на трудности работы на внутреннем рынке, многие растениеводы Юга России с интересом смотрят на рынки внешние. И, как отмечают эксперты, спрос на российскую продукцию есть. Те продукты, которые еще вчера за границей была не готова вообще даже спрашивать, сейчас просто они могли бы расходиться как горячие пирожки, если бы они производились в достаточном количестве. Например, такие продукты, как нут, который у нас выращивается уже, но выращивается в очень небольшом количестве. Его сейчас Турция закупает просто в максимальных объемах. Как добавил Владимир Козлов, в рамках проекта «Эффективное село для Юга России», организованного журналом «Эксперт Юг», планируется регулярно проводить подобные встречи с представителями сферы АПК. Так, следующую конференцию в этом формате планируется провести в феврале следующего года. Наталья Бешкрева, Мария Ковалева, Игорь Коровтенко, «Бизнес Дона».
В Ростове ждут начала строительства жилого комплекса «Театральный». Он расположится в границах улиц Текучева, Нансена, Театрального проспекта и Крепостного переулка. Новая застройка станет полноценным микрорайоном. Об этом рассказал глава администрации города Сергей Горбань на встрече с предпринимателями Кировского района. Он призвал строительные компании заниматься не только возведением домов, но и обустройством территории, включать в инвестиционные проекты детские сады и школы. Среди важных идей развития центра Донской столицы и реконструкция парамоновских складов, отметил градоначальник. Ждем, когда мы приступим к реконструкции наших знаменитых парамоновских складов. Так нам это просто? Да. Мы сначала кричали, что они государственные, делать ничего нельзя. Сейчас уже есть собственник, есть фамилия, и надо потихоньку с ним общаться. Хотя бы вот там из 5 корпусов хотя бы один бы начали двигаться. Большие планы у властей на развитие левобережной зоны, напомнил Сергей Горбань, и предложил бизнесменам активнее включиться в процесс преобразования. В этой части города по-прежнему есть заброшенные объекты, которые могут стать площадкой для новых прибыльных проектов. Новый финансовый инструмент – индивидуальный инвестиционный счет – жители нашей страны еще не распробовали, тогда как инвестиции в ценные бумаги с его помощью позволят владельцам счета воспользоваться налоговыми льготами. Подробнее об этом рассказывает Руслан Хисматуллин, директор филиала инвестиционной компании «БКС Премьер» в Ростове-на-Дону. Человек приходит в любую инвестиционную компанию, компанию, которая имеет лицензию на брокерское обслуживание, открывает так называемый индивидуальный инвестиционный счет. Это юридическое понятие, которое введено в федеральный закон о рынке ценных бумаг. Это индивидуальный счет, на котором ведется учет как денежных средств, так и ценных бумаг. Открывает его и в рамках этого индивидуального инвестиционного счета покупает те или иные ценные бумаги. Это могут быть акции, паевые инвестиционные фонды, это могут быть облигации, могут быть фонды зарубежных компаний. Что, в общем-то, для чего все это нужно? Клиент таким образом, с одной стороны, получает доходность по операциям на рынке ценных бумаг, первое. Какова она будет, это уже будет зависеть от того инструмента, который он выберет. И плюс государство дает ему возможность вернуть 13% НДФЛ, которые он уплатил годом ранее. То есть как это работает в принципе? Я буду на своем примере рассказывать. Например, я открыл индивидуальный инвестиционный счет 1 января. Купил в рамках этого индивидуального инвестиционного счета облигацию с доходностью 13% годовых. Соответственно, компания, у которой я купил, начисляет мне доходность 13% годовых, так же, как и депозит. Каждые полгода я получаю проценты. Кроме того, я являюсь наемным сотрудником и плачу налог на доход, налог с дохода на физических лиц государства. В 2016 году я приду в налоговую и скажу, вот мой налог, который я заплатил в 2015 году, а вот индивидуальный инвестиционный счет, который я открыл в брокерской компании. Пожалуйста, верните мои 52 тысячи рублей, которые, в общем-то, я вам уже заплатил годом ранее. Почему 52 тысячи рублей? Потому что государство ограничивает индивидуальный инвестиционный счет не более чем на 400 тысяч рублей. Следите за новостями экономики вместе с нами. Это была последняя информация выпуска. Удачи в делах и до встречи.